Привет! И это вторая часть видео «Мы в гостях». Так, у меня будет чуть-чуть плохо видно, так как камера будет трястись, неудобно снимать. И Камила у меня сейчас на ручках. Вот они мы. И я сейчас хочу пойти с ней погулять, покачаться на качельках, если они там есть. Вот. Не падай. И мы сейчас с ней переоделись, так как она пролила молочко, когда бутылку держала. Вот, у нас одеты вот такие пинеточки. Также у нас одеты ползуночки. Вот, ползуночки у нас одеты. Также кофточка вот с такими мишками и зайками, и слониками. Соска, наша любимая соска. Вот такая с мишкой. Так, ты что ее выплевываешь? Не выплевывай соску. Так, ну ладно, пушка. У нас, кстати, боевая... Короче, она бегала и разбила носик, вот видите. Нечаянно. Вот. Хотя я за ней следила, но чуть-чуть прямо на 5 секунд отошла, и она упала и стукнулась. Носиком. Вот. И шапочка. Ну, вы ее видели, чапчик. И вот такие. Штучки на руки. И мы сейчас будем гулять. Сейчас мы переоденемся. Я уже убрала клеёночку и перестелила ее туда. Я думаю, вот пока что можно вот так. И давайте одеваться и гулять. Пойдем. Так, сейчас я ее одену. И вам покажу. Так, памперс мы поменяли, потому что я ее кормила, она тоже опоясилась. И мы сейчас, думаю, домой уже пойдем. Ну, надеюсь, мы сейчас еще погуляем полчасика, потом еще полчасика почаем тут. Еще, короче, часик всего идет у нас. Ну, или пол. Ну, короче, сейчас пойдем гулять с ним. Так, вот, мы уже надели капюшончик. Я не стала снимать чепчик, ну, думаю, так сойдет. Ну, как бы она не замерзнет. Если замерзнем, то оденем... Чапочку. Вот. Так, опять же, одела я на все вот это вот. На кофточку одела, вот это, на ползуночки. На голое тело это не одевать. Ни в коем случае. Ну, потому что это, думаю, все понимают, почему. Короче, не буду объяснять. И будем одевать сейчас кофту. Вот. Тюх! Давай. Чуть-чуть. Так. Вот. Чуть-чуть поднимем головку. Вот, все, полежим. Сейчас мы будем одевать куртку. Так, все, мы оделись полностью. Сейчас я ее дам маме. Конечно, тут у нас чуть-чуть. Не очень красиво получилось, но все-таки куртка. Так, сейчас и несем родителям. Ну, все, скоро с Россией. Ребенка встречайте. Да, с рук. Дай.